Кто-то хотел сбежать на последних минутах. Получается, и молодая львица Лола, да, они тоже не лезут сейчас уже, у них дети. Она с детьми. Да, все где. А Лишку вообще не видно, да? Он сегодня был. На львиный пляж. Дел. Купы. Все в тонус. Драгонин, тех львиц, которые не хотят с нами фотографироваться. Стерва, вот видите, хочешь фотографироваться, да? Да это ж не страшно. Не хочешь, иди тогда. Ладно, что началось? Давай. Итак, друзья, вы прогнали тех львиц, которые, ну, не хотят с вами фотографироваться в силу своего скверного, паскудного характера. Ну, бывает. Бывает такое. Зато у нас осталась самая огромная львица нашего парка, Клавдия, которая... Клава, сядь прилично. Что ты вот лежишь, как в куру? Давай, Клава, ну, нас тут... Такая большая, что ли, не можешь подняться, что ли, не валяшка, что ли, или что? Можно не И бросите мясо. Хотите, чтобы нас разорвали здесь? Также это мама Чоли. Мама Чоли и Клеопатра. Клеопатра, которая была женой вожака, которая самая взрослая львица нашего, сафари. Как вас зовут? Саша, вы будете первым делать туристическую. Идемте сюда. У Саши день рождения. Садитесь прямо среди львов. Вот как-то вот так, дорогие друзья, можно фотографироваться. Можно у нас... встретить день рождения. Да, встретить день рождения. Я тебя понял. Поздравляем. Не заваливайся на Сашу, веди себя прилично. Так, нужно, чтобы кто-то друг друга фотографировал. Малышек, выходите. Вы Сашу, Саша вас, потом вы все друзья. Нас пятеро. Все друзья по несчастью. Выходите вот сюда, ребятки, выходите. Вот здесь. Вот дальше нельзя, а вот здесь вот остановиться и так. А телефон как бы забрать? Сейчас я заберу. Не можно кушать так, не можно. Ей две руки надо для жизни. Две руки, две груди. Все должно быть у нее по две. Ей все есть кому там трогать. И все. Так, вот так, Саша, да, давай. Ну, на самом деле, это взрослые львицы со своим характером. Если вы думаете, что он ангельский, вы ошибаетесь. Они разные бывают. Но, учитывая, что у меня есть волшебное оружие, мой тапок, вот, и учитывая, что эти львицы живут в парке Львов-Тайган, происходит то, что происходит. Есть, Саша, у вас есть прекрасная фотография, нас сегодня много. Вы пока в сторонке, а мы дальше. А это вы всем коллективом? Выходите вот сюда и быстренько на Сашин день рождения. По одной все, будем все не там подходим, за мной. Шотики. Вот здесь кто фотографирует? Пожалуйста, Саша. Остальные подходите, подходите сюда, подходите. Возьмем билеты и будем сидеть в машине. Давайте сюда. Какой знак сразу заинтересованный. Это будет.
мать дракона. Так, следующий, пожалуйста, встаете. И вот оттуда подходите, вот так, давайте за ручку. Да. Вот так подходите, разворачиваетесь, да. Можно гладить. Это только первая остановка. Конечно, у нас будут и гривастые львы, и много всего другого, но... А клёпа это, которая спинка сейчас? Клёпа к нам спиной, но тоже с ней можно будет сфотографироваться. Да, дальше Дейл там, Ступашка. Да. Клёпа, ты бы встала, сюда подошла бы, третья легла бы, Клёп. Хорошо, скажи, так я... Клёп, сзади шикарь, дус. Давай, следующая. Куда же выходим? Следующий, кто подходит здесь? Сюда. А я буду снимать вас. Ты будешь? Да, я. Девчонки, целой компашкой, 5 человек приехали. Праздновать Сашин день рождения, да? Да. То есть так, чтобы в клуб потусить куда-то, да, шопинг, нет? Это все вечером будет. Это будет все вечером. Все вечером. А сейчас львы. Она, по-моему, приспнула. Конечно, ее приглаживаю. Есть? Давай, беги. Ай, хитрая делает вид. Не мыть эти руки. Да. Не мыть их. Это самые наши любимые штаны для людей. Они говорят, уже надорвано, уже директор, уже можно дорывать. Вот это все. Уже готово. Сейчас сюда. Так, пожалуйста, уже. Ребята были в том году, им показалось мало, приехали в этом. Да, такой. Какие они классные. Если кто-то с той стороны хочет уже сфотографироваться, подойти к Лёпе вот там, то можно без меня вот с той стороны подойти и сфотографироваться. Но здесь у меня Клава, она такая у нас девушка серьезная. А с Лёпой она позволяет, пожалуйста, вот так. Ага. Тань, помоги. А сколько ей лет? 25, по-моему. Ей же 25, да? Да, 25. Она снимает и выкладывает вас в YouTube. Вы становитесь знаменитые сразу все. Вас смотрят от Австралии до Южной Америки. Все и говорят. Еще просто помню. Ладно, этот ненормальный директор, но эти-то куда полезли. Причем добровольно. Такие уши. Такие же не понимают они, как это все происходит. Красивые лирики такие. Конечно, как герда урчит, когда она наваливается. Вот это... И там. Давайте тогда не бывает. Вы на все пять все подряд фотографируетесь. С разных ракурсов. Будет много фотографий.
киношную шляпу вообще снять? Да, но они кричат. Не, лицо может затемнеет. Степа, ты такие шоу ты переспала? Как раз она любит, когда вот такие развиваются, шелестят. Девчонки, откуда вы приехали? Петербург. Петербург, Москва. Ну все вместе. Все. Питер, Москва, да, уже какой сезон подряд, да. Сколько вы мечтали, чтобы погладить? Сколько моему сыну? Сколько как-то иганулись тогда, второй вопрос. Сколько смотрите? У меня сын родился в знак льва, плюс у него фамилия, имя, отчество, получается лев. Поэтому у него вообще получился Лев Квадрат. Его зовут Лев? Его зовут Евгений, но фамилия и отчество... А, совпадает как... Совпадает как Лев. Как монограмма. Это знак свыше. Да, поэтому он хотел очень давно. Поэтому когда узнал, что это есть, решил, да, что здесь должен быть обязательно. Мечты сбываются? Мечты сбываются в Тайване. Да, вот замечательно, уже это второй день находится. Значок, конечно, ехали, да? Да, потому что парк настолько огромный, что... Нет, ну его нужно через себя пропустить, нужно вечером побыть, послушать, нужно утром, когда людей нет. Этим парком нужно надышаться. Так стоит там, наблюдаем, как они так ходят, что-то делают. Это вообще удовольствие. Спасибо. Она просто занимательная, простите, не одна. Папа. А. Иди, вот туда иди, иди дальше, дальше, дальше. А Клава чигирями назад. Клава яблочком прилетит. Давай. Ну что, за шкуру убитой? Мать. Оп, яблочком. На безопасный, а то она уже там наметила себе вот эту жертву, она же с порванными штанами, понимаешь, уже вся стоит, уже осталось дорвать и съесть. Была. Дорвать и все, скажу, все готово. Ну, глазки бегают, то на меня, то у нее. Когда я уйду? Когда ты, говорит, уйдешь, чтобы я вот расправилась с этим вот уже заготовкой вот этой. Это ж, как называют эти, когда полуготовые продукты? Полуфабрикаты. Полуфабрикат. Она же уже порванная, уже не жалко, ты понимаешь? Чем очень? Вам эти штаны все шоты порваны очень. Нравится. Ну да. Скажи, как будто из наших кто-то уже постарался. Кто желает, там тоже с мамой Чорей можно индивидуально ложиться и обниматься, и пока идет, да, не стойте. Пользоваться моментом. Завещание у нотариуса оформляете. Все, что нажито за всю вашу жизнь по сильным трудом, завещаю парку Тайга. Потом приходите сюда с копией завещания и 10 тысяч похоронных на входе вносите, как вот эти все несчастные. И вы здесь. Это 10 с рыла или с автобуса? С рыла. Если у кого рыло, то с рыла, да. 10 тысяч по тикету. А, это которые по 6 тысяч. 10, которые по 6. Вчера были, но по 6.
Сегодня, но по, уже по 10. Но большие. А вчера, да, большие, да. Вчера были по 6. Маленькие, но по 6. Да. Общение со львами. Прогулка ко львам. Вот как с домашними кошками. Видите? Он дядька всю жизнь мечтал. Ну, дядька, уже ложись рядом с ней. Вот так, вот так. Так, молодец. Вот сюда голову. Вот так, еще вперед, чуть-чуть. Теперь голову. Вот так, вот так, голову. Я сажусь. Ой, моя хорошая. Техника, как нужно ложиться с львицей. Вот, голову сильно. Все, Эдемский сад, люди, львы. А кто завелся, они сами себе все сами придумывают. Себе отвлекают, сами себе. А, смотри, как красиво девушка учится. Не, мать, еще 3,5 человека. Это что, иметь совесть? Я деньги взял. Я деньги взял, со мной столько фотографий не стоит. Кто будет отрабатывать? Ну, нормально. Железный яйца, как в Китае называют. Готово. Ну, ложись. Мама, что? Да, да, да. Давай. Башка отстирается. Львицы лежат, да? Давай. Вот так вот. Охотники на бумаге, да? Как-то вот так вот. Меня не можно, я же эти туристы из призора. Он не смотрит на тебя. Женя, ну, погладь его, что ли, это. Чисто теоретически. Особенно руку в пасть засовывать. Я тоже хочу к вам. Ну как-то вот так надо быть, свободнее. Ну откусит вам одну руку, у вас одна останется. Тем более мы честные, порядочные. Все, что откусывают, мы возвращаем. И в пакетике все завернуто. Медицина, знаете, сильная. Вот точно. Спасибо большое. Вот это да. Ну, хорошо здесь, хорошо. Во, мать, поменяй место. Давай, поменяй место. Давай, как-нибудь вот так. Вот, хорошо, молодец. Вот, хорошо. Сейчас, девочка, чуть-чуть встаньте в сторону, пожалуйста. Чуть-чуть, девочка. Мама, что, извини. Тысяча извинений. Тысячу извинений. Ну, зато теперь контент какой. Смотрите, во. Во. Ну, жертва уже пришла. В штанах, да. Так, ребятки, давайте с того фона сюда переместимся, вот на морды вот сюда, да, и тогда будет чистая фотография без людей, которые там, дядь Гуди, ты красивый, конечно, но без тебя лучше будет вот эта вот фотография, правильно я говорю, да? Вот отсюда, смотрите, как хорошо, между ними, втроем, втроем можете. Не смотри, давайте, старайтесь. Ох, вот, уже эти штаны. Вот здесь стойте под деревом, никуда. Не можно дядю кушать. И у него коленки голые. Я понимаю, что у него коротко. Кто-нибудь сможет, там есть, без безопасности. Я уже даже штаны специально. Любят они это дело. Голые коленки? Ну, не знаю. Рваные. Хотя смотрю, Вот смотрите, если сидеть вот здесь, то вот прекрасно там. Все получается. Так, кто следующий, пожалуйста, давайте. Не можно дядю жрать, ну команды не было жрать, свидетелей много, но вечером с моста приведу, он не оплачен. Незарегистрированных там полно ходит, кто их считает? Не ученка, конечно. А вот просто мало фото сделать, еще надо прям вот так, скажи. Так, следующий, давайте, а то дядя влюбился там до вечера. Садитесь. Садитесь рядышком. Угу. Вот так, отлично, кто снимает. Да уберешь ты язык, ну что это за признак маразма да такой, ваши, господи, мать, ну. И Василиса, и Скарлетт, а вот не подписаны на тебя. Ну, они же меняют все время. А, меняют. Валерия не подписана, потому что. Все время всех меняют. Домик куда на Рушнянку улучшают. Смотрел, что это. Есть? Сейчас нет? Мы только заехали еще. Мы еще никого не видели, кроме первых львов. Не а можно. Не можно. Ты знаешь, ну не можно. Ну мать, еще. Как страсть. Еще лито шмоточка. Садитесь.
Лапы можно трогать или не жевать? Посядь хорошо, они не это сам. Я что тебе? Не можно, сказал, значит не можно. Еще лапки им трогать. Не можно, чисто теоретически. Можно только один раз. Мать!